Сейчас мы рассмотрим peer-to-peer connection. У меня есть два файлика, один serf.js и index.html, в котором serf.js отвечает за серверную часть, в нем будет прописан серверный JavaScript, а index.html отвечает за клиентскую часть. Перейдем сначала к непосредственно написанию сервера. Из чего, из каких модулей он будет состоять? Во-первых, это модуль, отвечающий за глобальный объект application, назовем сокращенно app. И у него модуль идет require http. Создадим простой сервер. Create сервер. Здесь указывается функция, которая возвращает нам фактически request и respond. Вот. Назовем ее handler. Также подключим модуль socket IO, который служит для соединения непосредственно по коннект-технологии между клиентом и сервером. Он использует различные коннект-технологии, такие как веб-сокеты, keyframe, допустим, Ajax, что поддерживает ваш браузер. Называется модуль socket IO. И мы сейчас ставим наш socket IO на наш HTTP сервер. Переменная app. Далее мы подключаем модуль файловой системы. Он называется очень просто fs. Теперь мы должны прослушать некий порт. Но помимо порта мы можем указать и хост. Например, так. Listen. Здесь указывается, допустим, хост, а здесь порт. Иногда указывается порт и хост, но это очень редко, в ранних версиях, наверное. Укажем просто порт, а по умолчанию хост у нас будет localhost. Укажем порт 8.1.1.1. Теперь пропишем нашу функцию handler. Function handler. У него есть два аргумента в этой функции. Это request и respond. Задействуем наш модуль файловой системы fs readfile, укажем глобальную директорию dirname плюс peer или же index.html, хотел сказать peer connection. Вот. Здесь мы указываем, какой файл мы хотим прочесть и вывести к клиенту. Сам метод модуля файловой системы readfile принимает как первый аргумент параметр — это наименование файла, путь до файла, а второй — это callback функция, function, которая возвращает нам два параметра. Если ошибка, то ошибка, а если все отлично и он файл нашел, тогда просто дата. Поставим точку с запятой. И вот здесь мы можем закрыть наш метод readfile. Вот так. Вот. Теперь, если у нас вызывается ошибка, тогда у нас идет res writehead 500. Или же 404, смотрите на ваше усмотрение. 500. И, допустим, return res and index, допустим, html not found. Как-то так. Если у нас ошибка все-таки не произошла, тогда мы пишем res writehead 200, указываем тип нашего контента type, двоеточие, текст html, и мы пишем метод end, который
как бы завершает нашу загрузку файла. Попробуем запустить. Этот файлик serve.js, так же как и файлик index.html, находится в файле в папочке peer-to-peer. Для того, чтобы проверить, установлены все модули, можно прописать команду node install или иногда даже npm install. Теперь запускаем наш файлик serve.js. Запустили. Socket IO start. Здесь мы указываем localhost. У меня localhost вот он. 192.168.0.103. Также я могу просто написать localhost. И 8.1.1.1. Вот сейчас он у меня вызвал файлик index.html, в котором ничего нет. Пропишу hello world. Вот наш файлик, да? Вот его содержание. Или его содержимое файлика. Теперь откроем глобальный объект connection. Так. aya.sockets.on connection. И указываем callback функцию. Socket. Что это означает? Как только у нас срабатывает событие connection, а событие connection – глобальное событие, когда мы подключаемся, когда мы заходим на некий ресурс, на некую страничку HTML-овскую, если она подключена через HTTP-модуль или подключена к сокетаю, к нашему HTTP-модулю, тогда у нас вызывается глобальное событие connection – присоединение. Можем это увидеть, написать здесь console.log. Допустим, get connect. Как-то так. Так как это серверная часть, мы изменяем серверную часть, мы должны перезапустить node.serve.js. Перезапускаем. Почему здесь не вызвался peer connect в консоли? Потому что файлик index.html неправильно инициализирован. Давайте его правильно проинициализируем. Пропишем обычную структуру документа без doctype. Title peer-to-peer. Так, здесь я закрываю head. Ну вот. Body. И HTML закрываю. Здесь я инициализирую socket.io.js. Скрипт src. Socket.io / socket.io.js. Вот инициализация скрипта. И чтобы посмотреть, все ли работает, мы должны, допустим, прописать переменную var client socket. По умолчанию она не определена, поставим null. Она у нас не определена. И вот здесь, допустим, по событию window unload, некая функция у нас вызывается, мы не знаем какая. Здесь пропишем client socket.io connect. Смотрите, здесь мы показываем 8.1.1.1, да? И поставим localhost 8.1.1.1. Здесь мы уже пишем IP-адрес нашего компьютера, который отвечает за сервер. Можно написать localhost, но тогда он будет недоступен масштаб. Ну, connect http 192.168.0.103. Это мой IP-адрес. Конечно же, он не привязан к DNS-зоне, и он не имеет внешний вид. К нему нельзя подключиться извне. Клиент сокет. И события, допустим, ну, оставим это пока так.
Теперь запускаем. И вот мы видим в консоли стартовал дебаг, стартовал инфо, и у нас в консоли появилась фраза peer connect. То есть мы подсоединились через socket. Вроде бы это все работает. Но теперь приступим действительно к реализации непосредственно peer-to-peer. Оставляем window unload. Для того, чтобы peer-to-peer работал, нам нужно создать два HTML5 видео. Видео ID. Назовем ID видео stream output. По умолчанию у него style display none. Ширину поставим 300. Также нам нужно учесть автоплей. И мы покажем CRC, что у нас пустой CRC, у нас его нет. Также нам нужен видео, которое отражает наше видео с камеры. My stream, допустим. Style также display none. И также поставим, допустим, ширину поменьше, да, 250. Также поставим автоплей и CRC пустой. Поменьше сделаю. Надеюсь, будет видно. Так. Вот так. Ага. Теперь. Сейчас я перемещу вот сюда. ID MyStream и VideoStream Output у нас есть. Теперь мы должны прописать взятие изображения с камер. Вот. Как мы это можем сделать? Так, для этого мы можем использовать анонимный вызов функции. Так, покажем это. Function. Вот так вот вызывается анонимная функция. И здесь у нас есть Navigator, глобальный объект, get User Media равняется navigator.getUserMedia или navigator.webkit.getUserMedia. Мы сейчас делаем некий проект, который кросс-браузер по отношению к браузеру. Вот. Navigator MOS get user media. То есть у нас проект будет работать как в браузерах по технологии WebKit, MOS, MS, Gecko, да? Navigator.ms get user media. Теперь, после чего мы должны объявить глобальный URL-адрес, который будет конвертировать наш получаемый поток с камеры в наш URL. window.url window.webkit.url. Вот так. И само собой, мы должны указать, что мы хотим взять. Теперь, когда у нас есть полученный getUserMedia, мы его получили универсальным путем, мы должны указать getUserMedia, что мы возьмем. Во-первых, это видео, true, и аудио, значение true. Также callback функции, такие как, хотя мы будем сами указывать callback функции.
Так, function local media stream, локальный стрим, да? Что у нас здесь получается? Документ. GetElement by ID MyStream. CRC WebKit URL create object URL local media stream. Также мы поставим его, поставим стиль у нашего дисплея inline у нашего блока, чтобы блоки у нас были, так, не то написал, get element by ID, чтобы они были на одной линии. MyStream style display inline. Вот так. Теперь попробуем это запустить. И вот запускаем. Я подключил камеру по USB. Запускаем консоль. Запустили. И начинаем стартовать. Но для начала здесь пропишем адрес. 192.168.0.103.8.1.1.1. Он у меня запрашивает разрешение на использование моей внешней USB камеры. Я ему делаю разрешение на использование. Вот. Вот наша камера. Изображение шириной 250 пикселей. Так, рекламу Lenovo мы уберем. Поставим рекламу Mac. Вот. Наверное, так как-то. Будет как-то так. Вот. Изображение с камеры у нас есть. Как я уже сказал, мы берем как видеоинформацию, так и аудио поток. Что нам еще понадобится для Peer Connection? Поставим здесь точку запятой для недопущения ошибок в будущем. И сдвинем нашу анонимную функцию слегка вниз. Это позволит нам обеспечить правильность кода или же стерилизацию кода. Нам понадобится глобальный массив other peers, другие подключаемые люди, да? Пользователь var клиент токен мы прописали. Остается нам подключить peer connection, в принципе, который берет. Мы сейчас будем использовать по технологии WebKit. New WebKit RTC Peer Connection. Это такой глобальный класс, глобальный метод, объект, который как раз отвечает за Peer Connection. Что в нем есть? Какие перечисления? Во-первых, поставим сразу точку запятой. Так называемый ICE Server, которая служит для реализации соединений между потоками нашей информации. Он принимает в себя некий вот массивчик, состоящий из URL-адресов. URL-адрес идет по stan. Вот, вот так пишется stan. Stan, двоеточие. Есть несколько серверов, которые вы можете найти в интернете. Я пропишу всего лишь два. Так, вот, например, такой prof server.televolution.net. Также я пропишу еще один URL адрес URL двоеточие stan. Не забываем поставить ключевое слово stan, да? Двоеточие stan.yekiga.net. Так, Yekiga, вот так. Вот WebKit RTC Peer Connection. Теперь мы поставим offer send.
И также у него есть неопределенное значение, но мы поставим по значению false. Вот. И var string равняется 0. Это вспомогательные перемены, значение которых я объясню чуть позже. Как только мы вызываем страничку, у нас срабатывает, конечно, событие onVault, успешной загрузки страницы, и событие client-socket on, connect. Ну вот. Теперь идем мы сейчас. Так. А, да, вот что хотел сказать. Пропишем функцию под названием function setup client. Вот так. Функция setup client. Она будет отвечать за установку клиента соединения. И сразу же мы внесем туда клиент сокет. Вот так. Чтобы нам он не мешался. Теперь поставим событие на клиент сокет .on под названием клиент. Не будем долго думать, клиент сокет. Он нам возвращает некую информацию, да. Вот. Теперь мы переходим в наш сервер, serve.js, и пропишем глобальные переменные. Еще дополнительные, такие как pierce, массивчик, и var pier sdps. Некий просто вот такой вспомогательный массивчик тоже, который содержит протоколы и так далее. Вот. Здесь что от нас требуется? Peer Connect – это все хорошо. Во-первых, сначала мы пропишем некий emit, да, к нашему клиент-сокет. Вот мы прописали сейчас клиент-сокет, вот здесь клиент-сокет, да, событие срабатывания подсоединения клиента. Мы должны написать emitter. Если у нас pierce length равняется 0, ну то есть никто не подключен, нет других пользователей или пиров, тогда у нас посылается socket emit событие, как мы уже назвали, клиент socket, и дату 0. То есть у нас 0 людей подключено. Других людей, да? Потому что peer-to-peer это некий encryption соединение. У нас только 2 человека и все так. В ином случае else if pierce.length равняется единичке, тогда у нас также посылается событие. А, вот что я еще забыл написать. Мы должны указать, то есть если 0, то мы должны pierce push socket формировать нашу как бы массив, чтобы мы хранили наши сокеты клиента. То же самое здесь pierce push socket, вот так socket emit клиент socket, а здесь уже отсылаем pierce sdps от 0. Pierce SDPS будет у нас содержать как раз нашу дату. Нашу дату от клиента, от нашего индексового файла. Поэтому это все пока оставлю как есть. Вот, в принципе, этого нам хватит. Но теперь мы пропишем также события, который мы будем улавливать. Это socket on server socket. Некую функцию дату. Вот. И здесь следующее ставим. Если у нас число пиров pierce length меньше 3, тогда у нас peer sdps push дата. Вот так да. Socket broadcast, событие передачи, broadcast,
чтобы было как бы в прямом эфире фактически. Broadcast Emit, клиент сокет и значение дата. Вот он. Вот, это мы все прописали. Теперь у нас есть еще событие сервера. Это disconnect. Когда у нас пользователь закрывает нашу страничку. Socket on disconnect. Некая функция называется по этому событию. Допустим, объявляем опять значение, наши заново pierce массив, переопределяем наши массивы, тем самым обнуляя их. Var socket равняется IO socket с клиент. То есть мы сейчас хотим вызвать сокеты и пробежаться по массивчику. То есть сокет — это такой массивчик, который содержит все наши как бы наши сокеты у клиентов. Var i, допустим, var i равняется нулю и меньше сокет. Так я напишу вот так, лучше так, у нас сокет примерно уже определена. Sockets.length и плюс плюс. Здесь же sockets от i точка emit. Мы события поставим несколько раз. Клиент socket и, допустим, reset. Вот так вот. Что это означает? Вот я, допустим, сижу вот здесь, вот сейчас смотрю. А кто-то взял и вышел. И у меня посылается вот такое событие мне. Вот. А так как мы пока пишем для двух, у нас посылается только к одному человеку. Переменная socket содержит максимум два значения сразу. Пока. В принципе, мы серверную часть прописали. Переходим к индексовой части, она самая важная сейчас у нас. Мы должны будем глобально использовать наш peer connection, переменную PC. Как только мы послали, как только мы приняли событие клиент сокет, мы должны прочесть нашу дату. Если у нас дата равняется нулю, вот так, тогда мы должны создать некое, как бы, некое соединение. Вот. Некое соединение. Например, PC create offer dot offer description description и offer send у нас true. То есть мы готовы к передаче данных практически. Вот мы создали и готовы передавать данные. Если у нас в ином случае data.type уже содержит некий description, то есть у нас содержит описание, да, что у нас все-таки что-то там есть, да, тогда мы не готовы передавать offer send. И тогда мы должны подключиться фактически. Это set remote description new RTC session. Мы должны создать некий метод, некий экземпляр session description, да? Session description data, и мы должны взять некую информацию, да, некую информацию info, вот, и должны как бы подключить, создать ответ create answer got, только не offer, а answer description. Вот так. В ином случае у нас просто PC set null description new RTC session description data info. Вот так. То есть, когда у нас type description, мы сейчас смотрели для type description. Также у нас есть тип else if data type кандидат. То есть у нас есть некий кандидат на подключение. PC add ice candidate new RTC ice candidate. И также мы посылаем info. У нас есть также data reset, как мы уже выяснили, да, если у нас пользователь закрыл страничку.
Тогда мы закрываем наш PC Close. Делаем вот так. Закрываем переконнекшн. Также можем поставить некий алерт. Допустим, user candidate is exit, как это, допустим. Напишу вот так, допустим. То есть, когда у нас пользователь выходит, мы посылаем некое... Во-первых, посылаем метод PC Close на закрытие Peer Connection и вызываем некий alert. Вот. Вот так вот выглядит событие Client Socket. Теперь вот как раз хочу поговорить о Got Answer Description и Got Offer Description. Что есть что? Во-первых, Got Offer Description и Got Answer Description — это есть две функции. Рассмотрим их более подробно. Function got offer description. Вот некий, некий аргумент, да, идет у нас callback аргумент. Мы PC ставим set local description, то есть некое локальное описание соединения нашего peer connection. Так как у нас идет encryption по соединению. Также мы отправляем событие. Помните, мы назвали его server socket. Вот так. Прописываем type description. Вот. Также у нас есть информация по description. Вот так. Примерно звучит вот так. Вот. Все вроде правильно. Теперь пропишем функцию под названием got answer description. Description. Вот так. Также у нас есть некая информация desk. Также устанавливаем PC set local description description и посылаем событие такое же, как вот здесь. Теперь мы должны прописать ряд функций, которые отвечают за peer connection. Хочу сказать, что это все пока в демо. Функции setup client. Событие, точнее, да, вот событие on ice candidate. PC on ice candidate. Так, под событие мы прописываем event. Если у нас event. А у него есть метод candidate, свойство candidate, когда мы клиент socket.emit, по сути то же самое, вот так. Только мы заменяем type на candidate. Candidate, а info мы ставим event.candidate. То есть мы говорим то, что у нас есть человек на подключении. А если у нас есть человек на подключении, мы должны взять его некий сокет и обработать. Как только мы обрабатываем сокет, срабатывает некое событие добавления потока. On add stream под названием. Некий function. Event можем вот так сокращенно написать. Если у нас. Вот здесь очень важно, смотрите. Если у нас. Хотя. Можем обойтись даже без если. Можем просто написать document.getElementById VideoStreamOutput CRC WebKitURL CreateObjectURL. А вот как нам взять этот поток с другого поля, с другого клиента, с другого браузера, как нам взять? Используя свойство eStream, мы берем поток. Вот так. Все легко и просто, да? Как мы видим. Вот такое вот добавление потока. Также есть события ошибки. On error. Их важно все переинициализировать, чтобы все работало. Вот некий function. И здесь можем ничего не оставить, если у нас будет ошибка.
теперь, что мы можем еще сделать? Во-первых, для того, чтобы это все работало, мы должны добавить к нашему потоку наши локальный медиа source, некий локальный медиа стрим. Для этого пишем в нашей анонимной функции pc.addstream, добавляем наш поток под названием, который мы называли local media stream, и вызываем функцию setup client. Смотрим. Во-первых, перезапускаем. Разрешаем. И вот видите, в консоли у меня передается Broadcasting Package. Что означает то, что у меня каждый раз передается наш пакет медиа-информации. Теперь, смотрите, вот у меня есть ноутбук. Вот такой вот. Я сейчас его включаю. Ввожу некий пароль. Пароль я вам не скажу. Вот так я сделаю. Вот. Так, пароль я ввел неправильно. Сделаю так, наверное. И что я здесь вижу? Во-первых, сначала я обновляю. Вот. Здесь кнопочка у меня разрешить, но я пока нажимать ее не буду. Вот. Теперь здесь мы также обновляем и смотрим в консоль. Смотрите, я нажимаю на маленьком разрешить, у меня передается пакет. И вот здесь я то же самое делаю. Ну вот бывают иногда такие, то что сокет не может перезаписать, вот ему не удается это, поэтому надо перезапустить это все. И здесь, и на маленьком ноутбуке. Допустим, разрешаю и разрешаю. В принципе, теперь это работает все. Смотрите, можете увидеть, но у нас нет как бы peer connection. Мы перезапустили Node Ser.js. Вот у меня камера, внешний USB. И я на маленьком ноутбуке разрешаю подключение. Но сначала я лучше перезапущу вот здесь. И сделаю вот так вот. Значит, разрешаю здесь и сразу подключаю маленький ноутбук. Вот. Здесь просто надо слегка подождать. Здесь можно различными манипуляциями варьировать, то есть надо перезапустить, допустим. Я здесь перезапущу еще. Просто он не может вот из-за слабого потока информации с ноутбука, потому что у него системные требования не очень хороши. Вот. Нужно сделать некую вариацию. Сначала запустить на маленьком ноутбуке, например. Потом на большом. Как-то вот так происходит. То есть мы видим, да, что вот наш peer-to-peer. Вот я сейчас двигаю камеру, и, соответственно, здесь у меня все отображается. Но это происходит очень медленно в связи с медленным соединением. Вот. Итак, наш peer-to-peer готов. С вами был Никита Свиринов. До новых встреч. Всем пока.